вражу, і він став за свого мову. Тирополя. Ехал со скоростью километров 50-60. И вот здесь буквально, ну не знаю, ну где вы видите ДТП, тут случилось. Выскочил мне в лоб Ланос. Я уходил влево, пытался уйти. Видите, как мне правую сторону разнес. То есть я что мог, то все сделал. Что с меня, ну, что с меня? Он на большой скорости летает от меня. Есть там запись видеорегистратора у человека, который был свидетель. И есть, записал еще несколько свидетелей я себе в блокнот, который можно позвонить. Они подтвердят, что он мне шел прямо в лоб, а я от него убегал. Все, вот это все, что я могу сказать. По большому счету, ну ничего, моей вины нет вообще. Откуда вы ехали? Я ехал со стороны Симферополя. А куда? На Красноперекопск, на Херсонскую дорогу. Вы везли груз, как везете? Нет, я пустой ехал. Если я был груз бы и вез бы, я тоже здесь бы не стоял. Так, ну... Представьтесь вы, как ваше имя, фамилия? Виталий. Чернобровкин Виталий. Водитель машины? Водитель машины Ford. Вы ехали за ним? Ну расскажите, что тут? Двигался в сторону Симферополя за автомобилем, который попал в аварию. Ну, есть регистратор, на регистратор все записано. Вот. Машина Ланос выскочила навстречу под фуру. Фура пыталась уйти от столкновения, не получилось.